Алиев Гейдар Алирзааглы, возраст 72 года, президент Республики Азербайджан. По образованию архитектор. Руководил республикой в качестве первого секретаря Компартии с 68 по 82 годы. Выдвиженец Андропова. Немногословен. Взгляд леденящий. Речь медлительная, рубленная, с короткими фразами и длинными паузами. Крайне трудно определить, сдержан ли он вообще. Скорее нет, чем да. Из напитков отдает предпочтение виски. Генерал-майор. Возглавлял КГБ Азербайджана. Жестикуляция скупая. Даже при длительном многолетнем общении с ним невозможно определить, что думает он на самом деле, что собирается сказать и какое решение принять. В политбюро ЦК с 82 по 87 годы. Отправлен в отставку с поста первого заместителя председателя Совмина СССР Горбачевым. Равнодушен к еде. Отменно одет. Несмотря на возраст, феноменальная память. Вдовец. Похоронил жену 10 лет назад. Имеет дочь и сына. Сын Ильгам, вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана. В 70-е и 80-е лично, не без риска для себя, покровительствовал Гарри Каспарову. Хорошо знает Коран. Его политическое лидерство может быть остановлено лишь смертью. Убежден, что находится под покровительством Аллаха. Скорее всего, войдет в 21 век в качестве лидера одной из наиболее богатых стран – Азии. Я ведь тот же Алиев, понимаете, и та же республика. Но, однако, сейчас, понимаете, не все можно сделать так, как тогда это можно было делать.